Страшный сон. Я хочу проснуться, чтобы все было хорошо. А не бежать, блядь, даже некуда, некуда скрыться. Сука. Страшно. В 5 утра начался обстрел, я первые звуки услышал, проснулся, понял, что очень на обстрел похож, именно артиллерийский. Вскочил с дивана, побежал, ну, думал идти мать будить, короче, и вот прилетело. Услышал за спиной, ну, как взрыв, я думал, где-то рядом рвануло стекла, потому что повыбивали, потому что, ну, камушками по ногам сзади дало. Думал, эти осколки стекла. Его скорая увезла, ранение, потому что левой ноги, я не знаю, осколок, не осколок, но крови много. Так вот, как крысы по норам, и непонятно, чего.